мы работаем, помогаем людям где только можно. На пляже, дома, в парках, в аэропортах. В метро тоже ко мне ребята недавно подходили, прямо вот так раз-раз. Чего готово. Оставляйте, сам ничего не делаю. Позвонок Атлант можете рассказать, за что он отвечает, что дает? Позвонок Атлант, он вот такой, как чаша выглядит. У него есть поперечные отростки, вот такие в бок этот, да? А на этой чаше лежит наш череп, собственно говоря, покоится, да? А вот тут проходят артерии кровеносные, две огромные магистрали, которые питают наш головной мозг. И если он хоть чуть-чуть повернут, то он пережимает своими отростками эти артерии. Соответственно, у человека меньше поступает кровь, кислород в голову, кровообращение хуже, головные боли начинают, бессонница, хроническая усталость. А бывает такое? Да. Да? Ну вот, если так будешь регулярно делать, в принципе, это найдет уже даже, может быть, сегодня себя почувствуешь отлично. Когда я делаю такие приемы, у людей сразу взрыв эмоций, мозги прочищаются тут же, глаза даже лучше видят, потому что зрительный центр находится в затылочной части мозга. Сразу прочищается, кровью все обмывается, сразу как бы мозг молодеет, понимаете? Это вообще волшебный эффект. Многие не знают, не понимают, боятся. Расслабляю, расслабляю руку. Ну вот ты сегодня уже ко мне какой? Шестой, да, подходишь? Да. Я хочу эту вторую руку. Ой, ногу, да. Что самое интересное? Как вы вдохнули? Все на выдохе, да? Да, вот эти приемы на выдохе. Когда нажимаю точки, это на вдохе. Когда прием делаю на выдохе, так. Выдохнули. Слышно? Что-то музыка играет, она очень плохо слышно, да? Так, включили почти пальцы. Так, замок, замок. Сейчас будет воздействие на верхние шейные позвонки. Вот так вот включили пальцы. У него проблема вот с 6-7 шейной и первый грудной отдел позвоночника. Поэтому ребят, мы спросили. Проходим на свои места, время уже. Времени не хватает. 5 минут, не виси, не напрягайся, просто расслабляйся. Что кровь начала из головы куда-то уходить все-таки. Не болит абсолютно шея вообще. Я раньше двигал вот так головой, и она хрустела, болела и так далее. Я все просто рассказывал, я вам дал фотографировать. То есть легкость полностью во всех суставах, во всех позвоночниках. Все круто, рекомендую. Обязательно приду на занятия.